Добро пожаловать на пятый тур групповой стадии Кубка Чемпионов. С вами комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. Осталось не так много матчей, и ошибаться уже нельзя ни в коем случае. Сегодня Ювентус встречается с ЦСКА. Команда гостей уже однозначно завоевала себе место на вершине турнирной таблицы и в следующую стадию проходит как один из фаворитов. А ведь не каждый бы решился предположить, что они вообще выйдут из группы. Прекрасное выступление. Посмотрим на состав Ювентуса. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. И смотрим на состав ЦСКА. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Пауло Дибала. Штефан Лихштайнер. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Передачу Пьянича перехватили. Футбол — быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Армейцы в атаке. Миролем Пьянич. Не прошла эта передача мяч у соперника. Вот это удар! Какая досада! Так стремительно ушел в отрыв и не смог поразить ворот. Защитники словно застыли на месте и молча наблюдали, чем закончится этот проход в штрафную. К сожалению, подвела реализация. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Гонсало Игуаин. Отлично сыграно, надо решать. Надежно играет защитник, атака прервана. Вагнер Лав. Он накручивает соперников одного за другим. Лихштайн. Это может быть опасно. Янич. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Похвалил я их игру в пас, а не возьми и потеряй мяч. Перехвалил, похоже. Вагнер Лав. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Перехват в центральной зоне. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Хедира. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Все верно. Края надо чаще задействовать. На фланге мяч перехвачен. Баграмян. Думбия. Это может быть опасная атака. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. О чем только защитник думал в этом. И Думбия бьет. По мячу попал, а вот по воротам. Какой удар!
Вот это спасение! Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловым. Мяч пролетел мимо всех и вылетел в аут. Алекс Сандро. Первый этап. Звучит свисток арбитра и начинается вторая половина пятого матча команды в групповом этапе Кубка Чемпионов. В первом тайме команды играли довольно агрессивно и надеюсь, что во втором тайме продолжат в том же духе. Армейцы атакуют. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. И это удар! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Можно атаковать. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точные. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Лихштайнер. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Мяч потерян. Отличный перехват. Атакующая комбинация ЦСКА. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью. Но пора бы и обострить. Отличный отбор. Но мяч-то кому достанется? Замена готовится в домашней команде. Решил тренер освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Баграмян. И пробил! И справляется вратарь с этим ударом. Офсайд, нет никаких сомнений. Вагнер Лав. Может получиться интересная атака. Здесь защита справляется, мяч отобран. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Армейцы в атаке. Да! Могла команда сейчас выйти вперед, но на табло по-прежнему ничья. Пьянич. Манджукич. Тут может что-то получиться. Есть шанс выйти вперед! Вступает в игру вратарь, все под контролем. Судья показывает на угол поля, подавать будет Ювентус. Это фол, штрафной удар. Тут защитник очень четко разобрался с этим навесом и не дал развиться атаке. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. И вот в концовке матча команда получает шанс забить. Есть варианты для паса. Бонуччи! Неплохо. Оставалось только забить. Все было в руках игрока, но
но и еще раз но. Игрок вполне мог сейчас отличиться, но, видимо, не чувствовал в себе уверенности, когда наносил этот удар. Основное время истекает через одну минуту. Леонардо Бонуччи. 3 минуты будет добавлено. Алексей Миранчук. Отлично сыграно, надо решать. Получает мяч на ходу. Это Думбия. На этом атака окончена, офсайд. Конец игры. Ничего.